22 апреля на слушаниях по делу духовного лидера братьев-мусульман Мухаммеда Бадия дают показания свидетели. Подсудимого обвиняют в разжигании насилия, вспыхнувшего после разгона двух сидячих забастовок в августе 2013 года. По этому делу проходит еще как минимум 50 человек. Это лишь один из многочисленных процессов против лидеров движения «Братья-мусульмане», которое правительство Египта объявило террористической организацией. Происходящее является частью масштабных реакционных мер властей, которые борются с повстанцами в Северном Синае и терактами по всей стране. «Братья-мусульмане» и их сторонники подчеркивают, что они всегда были мирной организацией, а эти судебные процессы – политические. В Египте уже более 500 человек приговорены к смертной казни. Это вызвало волну критики со стороны международных сообщества. Кроме того, под следствием находятся три журналиста телеканала «Аль-Джазира», которых обвиняют в терроризме. Как мы видим, в стране проходит целая серия политических процессов, направленная против братьев-мусульман. Правительство опасается новых нападений на силы безопасности перед выборами, намеченными на конец мая.